Уважаемые коллеги, добрый день. Встреча началась с поздравления о новых назначениях, а после речь зашла об итогах избирательной кампании. Результаты Владимира Путина порадовали. Надеюсь, что у вас сложатся добрые, очень хорошие деловые отношения и с администрацией президента, и с правительством Российской Федерации. Вы используете все ваши навыки, весь ваш опыт и всю энергию для решения тех задач, ради которых вы пришли на эти высокие должности и ради которых люди вас и поддержали на выборах. Затем слово взяли руководители регионов. Алексей Цыденов рассказал о положительных изменениях, произошедших в республике, и передал слова благодарности от жителей Черемушек. Все эти мероприятия реализуются с учетом бюджетной поддержки федеральной. Конечно, такие проекты регионам самим не потянуть. Вот. Ну и отдача видно, как люди это поддерживают. На встрече Алексей Цыденов озвучил проблему жителей Северомуйска, которые пострадали от пожара в 2016 году. Им была оказана материальная поддержка, но право на участие в программе по переселению жителей БАМа в результате лишились 28 семей. Владимир Путин поддержал инициативу избранного главы о выделении 14 миллионов рублей. Они будут распределены из оставшихся денег, что направлялись из федерального бюджета на ликвидацию последствий пожара в селе Черемушки. Екатерина Устюшенко, новости АТВ. Yeah.